Вы знаете, прежде всего, конечно же, мы освободили наших студентов от уплаты за проживание в наших общежитиях. В целом, в совокупности это составляет порядка 7 миллионов рублей. В то же время было принято решение, поскольку наши студенты, живущие в общежитии, тоже находятся в режиме самоизоляции, найти возможности как-то обеспечить их набором продуктов питания. Что было и сделано. Причем здесь университет сформировал как собственный фонд, так и мы обратились к нашим друзьям, спонсорам, как сейчас принято называть, бизнес-структурам, прежде всего главам муниципальных образований, для того, чтобы они по мере возможности оказали определенные содействия по обеспечению разными крупами, мукой, сахаром, маслом, моющими средствами. И среди всех я бы, конечно, в первую очередь хотел отметить компанию, группу компаний «Нафис», которые в какой-то степени сами инициировали весь этот процесс. Конечно, было мое личное обращение ко всем. Я очень рад, что в таких непростых условиях, которые сегодня все работают, в том числе и наш бизнес, структуры, они находят возможности и поставляют нам продукты питания. Начиная от картошки, как я уже сказал, заканчивая всякими сладостями и крупами. Вы знаете, в разрезе наших институтов есть особо нуждающиеся студенты. Они находятся под личным контролем директоров институтов, и они самостоятельно находят возможность оказывать то или иное содействие. Если это студенты, наши соотечественники, то, конечно же, они имеют возможность получать так называемые социальные стипендии и различные меры поддержки. Особо непростые условия у наших иностранных студентов, поскольку здесь мы имеем право их поддерживать только за счет чистой прибыли университета, либо за счет собственных ресурсов и наших преподавателей. И здесь, чтобы показать личный пример, и я, и проректора нашего университета сделали существенные вложения, директора институтов, и сегодня порядка миллиона рублей мы имеем вот в так называемом нашем личном фонде поддержки. Конечно, денежные ресурсы будут распределяться по ходатайству студенческого сообщества. У нас есть специальный студенческий профсоюз, и они будут называть фамилии, а с фонда будут автоматом перечисляться на личные карточки этих студентов. Я думаю, конечно же, это не разовая акция. Буквально вот сегодня мы завершили раздачу продуктовых наборов по всем общежитиям, находящимся в городе Казани, в Елабуге, в Набережных Челнах. Ну а те общежития или те студенты, которые живут в так называемой деревне Универсиады, тоже в Казани, они начнут получать продуктовые наборы в понедельник и вторник. Я думаю, за два дня мы завершим. Это не только продуктовые наборы, это и средства личной гигиены, это моющие средства. И более того, в магазине деревни Универсиады мы, это собственность университета, мы на 50% снизили на особо необходимые товары. В основном это необходимые средства личной гигиены, как для мужчин, так и для наших девушек.